Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 20 мая, погода налаживается, хоть и далека до совершенства. Сегодня будем заниматься пересадкой канадской клюквы двух сортов – Пилигрим и Макфарлин, на примере последнего. У меня клюква растет уже 4 года. Растение неубиваемое, но очень маленький урожай – по 2 ягоды с куста на протяжении 4 лет, хоть и сажал по всем канонам. Причина, как я думаю, кроется в том, что в жаркие дни она пересыхает и сбрасывает цветы. Клюква это делает с большой радостью и завидным постоянством, а из-за редкого посещения дачи контролировать процесс перегрева не могу, поэтому решил пересадить ее в тенек. Главное правило – использовать только кислый грунт и кислые удобрения, то бишь торф и сульфаты. Итак, начнем. Копаем яму на штык лопаты, засыпаем торф. Добавляем калий-магнезию, примерно 15 грамм. Это идеальное удобрение для клюквы. Опускаем в лунку наш клюквенный куст. Поливаем 10 литрами воды и обсыпаем по периметру торфом. Клюква очень неприхотливое растение. Спокойно переносит студеные зимы до минус 40 и жару до плюс 40. Но в жару надо постоянно поливать, причем по листу, с целью охладить. Иначе, как я выше говорил, сбросит все цветы и образовавшиеся ягоды. Всем спасибо за просмотр. Лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!